Первый турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Юрия Срапиловича Чумаева прошел в его родном селе Новая Джигута. Юные спортсмены со всей Карачаево-Черкесии показывали свое мастерство на татами в 10 весовых категориях. Подробности у Аллы Качиевой. Юрия Срапиловича Чумаева, который более 40 лет своей жизни посвятил самбо и дзюдо, не стало 3 года назад. С самого детства он буквально жил в спортзале аула «Новая Джигута». Сначала сам занимался спортом у Сефара Меликаева, а спустя годы продолжил дело своего тренера. Тренер, он очень одаренный. Он знал отношения детей. Он умел ребенка на такую тему поговорить, что он с улицы мог привлечь к спортивным занятиям. И в основном нету такого ребенка в Новой Джигуте, чтобы он не занимался спортом. Вклад Юрия Чумаева в развитие дзюдо и самбо Карачаево-Черкесии неоценим. Заслуженный тренер Российской Федерации воспитал целую плеяду именитых спортсменов, больше 60 из которых выполнили норматив мастера спорта. Пилял Байчоров, Борис Лайпанов, Рамазан Малсюгенов, Кемал Каитов не раз прославляли республику, страну на рассоревнованиях различного уровня. Призер чемпионата мира Пилял Байчоров вспоминает своего строгого, но в то же время доброго педагога, который являлся не просто тренером, но и наставником по жизни сотни мальчишек. Сегодня к ученику Юрия Чумаева тренироваться ходят около 80 детей. 13-летний Тимерлан Коджаков – один из них. На турнире он показал лучший результат. Я ежедневно хожу на дзюдо. Это очень важно в развитии человека. То, что я сам прошел, стараюсь вот это передать, то, что мне тренера, в первую очередь Юрий Срапилович, в дальнейшем Майкопская школа, и вот этот опыт я стараюсь передать своим воспитанникам. Успех в спорте – 1% таланта, 99% упорного труда, говорил Юрий Чумаев. Его неравнодушие к здоровому образу жизни, к спорту, к будущему высоко ценили друзья и односельчане, которые и организовали данные соревнования. Это был ярчайший человек, человек-фанатик, человек, влюбленный в свое дело. Он настолько умел зажигать детей, практически, можно сказать, он был вторым отцом. Дети очень любили, уважали его. Среди его учеников много достойных людей. И я очень рад, что сегодня в память о нем, вот сегодня огромное количество детишек собралось. И эти дети – наше будущее. Ну, Юрий Срапилович, наверное, нет таких людей, кто его не знал. И я в том числе, я его, можно сказать, вырос у него на глазах. Очень много поездок мы совершили совместных, начиная прям с юношеских лет и до уже взрослого спорта. Ну, очень с положительной стороны я его знал. Как бы он за нас был горой, как бы мы куда бы ни выезжали, на СКФО, там, раньше был Южный федеральный округ. И мы были под большим крылом, как говорится, Юрия Срапиловича. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, грамотами и ценными призами. Организаторы надеются, что юношеское первенство республики под дзюдо памяти Юрия Чумаева станет традиционным. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район.